21 сентября во всех районах республики пройдет кросс нации. По предварительным данным, в Чебоксарах и Новочебоксарске уже изъявили желание выйти на старт более 54 тысяч участников. Подробнее в следующем сюжете. Кросс нации проводится уже 11-й раз. Место и время проведения остается прежним – в 12 часов на Певческом поле в Чебоксарах. Однако небольшие изменения все-таки последуют. Коллегиально приняли решение такое, что перед вот этим массовым забегом вот, будет зарядка со звездой. Опыт, он действительно хороший, то есть на поднять эмоциональный фон, эмоциональный уровень перед забегом. В качестве звезд выступит двукратный чемпион мира по спортивной аэробике Алексей Германов и олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева. Именно они проведут разминку перед бегом. Но одной разминки недостаточно. Принять участие в забеге возможно лишь при наличии допуска от врачей. Допуск у детей, подростков, организованных детей, то есть это училища, университеты, техникумы различные, они проходят в стенах своих учреждений у медработников или же по месту территориального прикрепления в участковых больницах. Все остальные желающие любители, кто, например, не смог по какой-либо причине получить справку допуск, могут это сделать в день кросса наций в фойе театра оперы и балета с 9 до 11. Помимо столицы, кросс пройдет в каждом районе Чувашии. Приверженцев здорового образа жизни в селах и деревнях немало. Поэтому легкоатлетический забег расширил свои территориальные границы. Поставлена задача максимально информировать о данном событии всех горожан. Если в предыдущий год наше количество участников остановилось на цифре 3112 человек, то в этом году муниципалитетам поставлена задача превысить планку в 4000 участников. Я думаю, что это вполне реально. Дистанции же и номинации, независимо от места проведения, будут одинаковыми по всей республике. Участники массового забега должны постараться преодолеть 4000 метров. А для желающих побороться за место на пьедестале дистанция варьируется в зависимости от возраста участника. Более подробное расписание можно увидеть на сайте Министерства физической культуры и спорта Чувашии. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика.